Здравствуйте, меня зовут Хаким Ганиев, и мы сегодня на разогреве тандыра приготовим огненные персики. Это такой десерт, очень вкусный, и следуя традициям Востока, у нас десерты подаются всегда в самом начале, чтобы человек поел, у него там в желудке все это заиграло, и он был готов принимать основные блюда. Для блюда нам понадобятся персики, апельсин, сахар, стручок ванили, бренди, печенье бискотти и сметана. Нам нужно в первую очередь взять персик, разрезать его пополам. Так, раз. Почти точно так же, как режете авокадо. Прокрутить вот так, раз. И у нас получится половинка персика. Сковырнуть косточку. И удалить ее. И тоже сложить ее сюда. У нас сегодня 4 гостя. И 4 порции нам будет достаточно. Берем апельсин, половинка апельсина. Разрезаем. И сбрызгиваем персики. Такой, чтобы слегка был здесь цитрусовый такой аромат. Очень вкусно. Берем стручок ванили. Аккуратно разрезаем его посередине, чтобы развернуть. Разворачиваем. Кончиком ножа выскабливаем отсюда семечки. Ту мякоть, которая здесь есть. Вот так. Вот так. Вот так. Берем немного сахара, совсем немного, и растираем это до однородной массы, чтобы они не остались кусочками. Хорошо растерлось, нужно постараться вот так. Раз. Какой запах, а слюнки текут. И теперь берем, посыпаем персики. Переборщить тоже не надо с ванилью. И берем бренди и наливаем вот сюда, где у нас была косточка. Сбрызгиваем персики. И теперь наши персики перекладываем на решетку. Аккуратно. Стараемся, чтобы те вкусности, которые мы сюда добавили, чтобы они остались на персике. Открываем тандыр. Берем персики. И закладываем их в разогревающийся тандыр. И закрываем, и оставляем это на 5-10 минут запекаться, не закрывая верхней крышечки. Так, ну у нас прошло 10 минут, персики наши запеклись. Я одену сейчас перчатки, которые в комплекте есть у нас в тандыре. Более такие мягкие одену, чтобы у меня нужно, чтобы пальчики хорошо работали. Открываем тандыр. И что мы видим? Прекрасные персики наши запеклись. Даже сок еще сохранился. Вытаскиваем. Так. Подготовим немного сахарной пудры. Ступки растолчем сахар. Здесь у нас был еще немного сахара, который остался с ванилью. Вообще сахарная пудра получится бомбическая. Пересыпаем ее отдельную посуду. Добавляем немного печенья бискотти. Это итальянские печенья. И мы их слегка растолчем. И посыпем персики.
они придают персикам такой пикантный вкус. Не надо сильно чуть, ну вот такое, что, как говорится, на зубик попадало. Берем, достаем отсюда персик. Вот так берем его, переворачиваем. Если слегка подгорела шкурка, мы ее убираем. Посыпаем сахарной пудрой. Так. И посыпаем так бискотти. Бискотти вот так падает вокруг. В принципе, можно не переворачивать. Подавать и так. Тоже посыпаем пудрой. Посыпаем скотти. И подкладываем еще по одной бискотти сюда. Можно сказать, и для красоты, и они очень вкусные, это очень понравится едокам. У нас все готово, и к огненным персикам мы всегда подаем сметану. Приятного аппетита! С вами был Хаким Ганиев и мой друг Экотандыр.